Друзья, всем привет! Хочу вот сегодня вот эти вот штучки посмотреть, их корневой, как они нарастили. Вот эти диффенбахи. Посмотрим, я их обрезала. Ну, короче, посмотреть, какие у них сейчас корешки стали. Сейчас я их достану, будем вместе с вами смотреть. Вот. Диффенбахи Рудольфа Ройерса. Очень хороший сорт. Во-первых, кустовая мне очень нравится. Я даже достать не могу сейчас. Ох, там они у меня в баночках стояли. А то я боюсь загнить. Ой, корни-то прям вообще супер. И вот баклажка, как раз она как парничок была. Сейчас, друзья, я ее уберу. Ну вот, друзья. Смотрите, какая корневая хорошая. Так. Сейчас будем думать, куда сажать. И у этих хороших. Мне кажется, уж пора, а то они, как говорится, потом перерастут. Уже тоже не очень хорошо. Пока не будут тоже отрывать. Сейчас и эту посмотрим. Ну, вот эти листочки, они, конечно, всегда отсушивают, когда вот укореняешь. Диффенбахи обязательно нижние листочки отсушивают. Вот. Ну, сейчас будем сажать, искать. Тут вот еще потом, видать, отлетит. Видите, желтенький какой. Может, я его сейчас даже сниму. Так. Какой длинный горшочек придумать-то? Так, может быть, вот этот коричневый, наверное. Даже не знаю, я, может, даже их вместе все посажу. Зачем мне их 20-то? Вот у меня уж там сеточка лежит, друзья. Видите? Вот. Сейчас мы землечку сюда насыпем и посмотрим. Мне кажется, это нормально будет горшок. Так. Вот так. Потом вот так. Придется их перекрестить немножко вот так вот. Не знаю, хоть две, что ли, посадить, а то... Они же тоже вот, когда мешают, если много насадишь, они мешают друг дружку. И потом не так хорошо, красиво растут, не так. Хорошо. Посадите, вот эти, наверное, две все-таки я посажу. Извините там за то, что это трясу вот так, друзья. Сейчас покажу вам. Поставила вот так. Сейчас землечкой присыплю. А ту, наверное, маленькую, которую я ее отдельно посажу. Может, потом кому-то подарю. Или поменяюсь там с кем-нибудь. Вот. Вот я когда все цветочки так сажаю, потом простой водичкой проливаю, а потом HB101 проливаю. Вот, всегда все цветочки. Вот я вчера тоже сажала. Забыла вам сказать. Ну, вот такая вот диффенбахи. Сейчас я поправлю чуть-чуть. Куда-то туда заклонилась. Вот. Мне кажется, нормально будет. Сейчас я туда ее поставлю. Ой, сейчас, друзья, поддончик слетел. Вот. Ну и маленькую эту куда-нибудь тоже. Я ее пока отдельно посажу, то мне ее жалко. Если она ее забьет, это большая. Так, какой же мне горшочек взять? Вот этот, наверное, возьму. Вот такой у меня горшочек есть. Вот так положу. Вот так вот. Вот. Мне перлит, уголь, и керамзит, и мох иногда ложу, иногда кора. Ну, в основном для ароидных у меня это земля. Вот, друзья, вот еще один горшочек получился. Вот, друзья, смотрите, такая красота получилась. Друзья, ну всем, кому было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, заходите в гости. До новых встреч, друзья. Пока-пока.